Доброго-доброго всем времени суток, уважаемые подписчики, уважаемые зрители канала. Подпишитесь на мой канал, поставьте лайки, комментарии, не забудьте нажать колокольчик. И сегодня мы выдвигаемся для движух для наших савеловских. Получаем сегодня паспорта, делаем новые паспорта и все различные движения. Мнение людей, которых мы снимаем, многие блогеры, мнение их о происходящем, о чем мы все беседуем уже целую неделю, переливая из пустого в порожнее. Приятного просмотра. Ставим лайки, пишем комментарии. Рад вашему общению со мной. Спасибо. Ну, прошелся, ребят, сейчас по второму выходу. Никого нету. Каждый день прохожу. Сейчас выходил на Новослободке. Это второе изделие номер два, резиновое. Волк. Уже где-то дня 3-4 не появляется там на Новослободке. Почуял, что запахло жареным. Вот. Видал я там чувака. Он не снимается в роликах. Ну так там, чекушечку купил ему для поддержки организма. И вот приехал на Савеловск. Сейчас дойду до 6-го. Ну и домой. Мне не так волк был важен, как Ксюшка. Завтра получать паспорта. Вот. Ну я знаю, в принципе, где они есть. Завтра этого чувака я встречу, у которого они находятся. И, значит, спросим мы, где они и что они. Наш Савеловский вокзал опустошенный нашими движениями. Идем на 6-й. Ну и обратите внимание, вокруг головы отрезанные валяются. Всякие с каналов партнеров приезжают сюда люди. Видите, всех бьют. Маэстро идет побитый весь. Кому машину помыть надо? Можно таким тёрком. А ну ебани доску. Бобры пришли. Добрый день, уважаемые подписчики мои. Савеловский вокзал. Какое хоть сегодня число? 1 апреля. С праздником вас. Это не он, да. Побритый, чистый. Идем делать паспорт. Сбербанк. Возвращаться в неделю. Да, Сбербанк и все по плану. Фотографии. Сейчас едет Губа. Едет Ксюша, Волк сейчас звонил, Саня, все расскажу, как было, только не бей, блядь. Я говорю, ладно. В душу по-любому получится. Да, в душу, подзарядим ему, с днем рождения поздравим. У него тоже, оказывается, когда 4-го, по-моему. У меня сына 4-го. У тебя? Все, смотрим ролик. Ребята, подписываемся и не верьте никому, засранцам всяким. Там все пиздёж. Заявляю официально, это все пиздёж. Так, фоточки у нас готовы. Костяшкин наш красавец. Все, идем брать талончик. Так, наш кабинет 50-й работает с 11. Сейчас еще рано, еще 10 нету. Вот я получил СНИЛС, 3 дня бегал вот за этой бумажкой. Блин, сейчас не дают, оказывается, этих пластиковых карточек, что ли. Или что? Нафиг она нужна? Вообще не понимаю. Бюрократизм. Да, бюрократизм в России непобедим. Так, сфотографировались. Платим госпошлинку. Не забудьте забрать чек. Где наш чек? Готовченко. Фотки есть. Ждем 11 часов. Костяшкин
На тебе. Ребят, не поверите, смотрите, что пьет. Рекламу нельзя, рекламу нельзя. Это была не реклама. Так, ну ждем до 11. Сейчас встречаем губу. Пойдем вспомним молодость на первый выход. Потусуемся. Денег пошибаем. Да, денег пошибаем. На кассах, да? Поздравляем. Да. Мне это уже, блядь, в лесе наркотика, понял? Купать деньги. Сань, давай тогда поговорим. Поговорим, да? Пошли, поговорим. Не, все. Сань. Ну ты реально сегодня, наверное, ужратый был просто. Ужратый. Ну ты видел этот видос, что ты говоришь? Нет. Мне говорят, а я вообще рубля не отрублю. Ну сейчас я тебе покажу этот видос. И мы снимем другой видос. Ну, я скажу, уже снимаю. На самом деле это все хуета, потому что волк пережрал в говнище. Пережрал. А вы меня знаете, я чувак контушенный, блядь, пить нельзя. За что рассказывал? Что тебе? Налили хоть 100 грамм-то, блядь? Бутылку он брал. Бутылку, за бутылку водки, да? Ты напорол там, блядь, я ебу Алибабу. Ну, пиздец, дебила кусок, хули. Так что вот, правду могу сказать, да, блогер, деньги не знаю, что там, сколько, что. Нам Ксюха помогает всегда, и не только нам. Все остальное, что я говорил по поводу играет, не играет, знать не знаю. Знаю, что забросил с игрой давно. А там какие бабки шлют, не шлют, это не мое личное дело. Я знаю, что он мне уделял, и уделяет, и будет уделять всегда. Так что я скажу вам, вы, блогеры и подписчики, я на тот момент был неправ. За это извиняюсь дико, и на Саню не грешите. А надо, я и другое интервью дам, где вы более, больше о нем узнаете, кто он и что он. А так, Саня, реально. Лепишь, блядь, горбатого хули, сам себе на хвост срешь. Да вот, блядь, хуй знает, что я так нажрался. Да мы тут хуярили сначала. А он изначально мне сказал, что это он для своей личной съемки делает. Ну, нихуя колесики, да? Ботинки какого размера? Твои, наверное, да? У меня 42, ну а эти мне маленькие. Да. Вот, пойми вот эти. Разлетелись на пол. Фирменные. Там пизда. Фирменные. Они у него расклеены. Как пизды. Вы холодные, блядь. От Сани маэстро. Вот, видишь, маэстро гондон тебе кроссовки принес. Это гондон я, а не маэстро. Вот, видишь, вот, видишь, чеки, вот, еще один паспорт делаем. Опять гондон, блядь. Так, пошлите мерить. Пошли, померяем. Чекушка пива с тебя. Не снимай, Саня. Мне важно вот это тело, но ты мне не интересен. О, нихуя себе. 38 год. Да покажи, синеглазка, ёпта. Кто тебе наебнул? Я сознание потерял. А ты что это, помирать собрался или все-таки будешь вылазить из этой ямы? Да, борода. Че, ништяк? Вообще огонь. А я в них шел, хотел тебе поебальничку зарядить в этих кроссовках. Ну купил себе вот новые. Ну. Огнем, 45-й размер. 45-й есть. А у меня, что, на зиму сразу же? Сразу же на зиму? Не, он у меня нормальный, вон. Мой размерчик. Ну, ты готова стать гражданином Российской Федерации? Yes. Сейчас губа проедет. Черному там бумаги заполняем. А теперь я эти гламурные отдаю вот ему. А, о. Резину на круг поменяли. А улица так и ждет. Ну что, наливай, волчара. Я ж не пью. А, не пьешь? Хуя себе. Не, ну как коктейльчик въебал. Ты за наше движение.
мне за ваше движение выпил, только нечего, к сожалению. А вон же что-то делать, не знаю. Нет, вода. Я не знаю. Ну там хоть у этого, у бутерброда хоть ничего не накосипорил? Кого? У бутерброда у этого. У Игорька. Нет, все окей вообще. Окей. Там душа в душу. Там всюха порядочек навела. Ты или не бухай, или, блядь, за метлой за своей следи. Ну, блядь. Туда привел этого хуя каков-то в этот домой нахуй. Нет, маэстро, нахуй нам они нужны, эти пидорасы. За пузырь водки, блядь. Не, базара нет, я был не прав за это, прям. Тебе приедут, блядь, раз в месяц, а я тут каждый день выходил, искал вас, каждый день. Если б я тебя нашел, блядь, в тот день, ой, бля. Это сейчас уже отрыгнуло, остыло оно. И здравый ум еще есть. А, с юбилеем. 125 дней, да, сегодня. У меня в курсе уже просветили. А ты сейчас сколько отдавать будешь? Да. 1 мая получать. Нет, куда ее положить, пожалуйста? Вот, кармашек у тебя есть. Ксюш, Ксюш, Ксюша, юбочка из плюша. Так, как ты, Ксюш, как ты считаешь, какая у тебя последняя цифра сегодня будет? Ну, мое любимое число 6. 6, да? Это 6 пузырей, значит, с тебя, да? Так я и говорю, говорю, а ты как представляться будешь? Она говорит, ты будешь представляться. Слушай, говорю, я тебе возьму. Будешь искать. А тебе, если там последняя 6, значит, на 3 нахуй умножай. 18 пузырей, ну. Сок вообще, блядь, весь надо, перестал бухать. Ну, вот чем надо заниматься. Гражданин полицейский, вот, видите, на что перешли? Не пьем, паспорта всем делаем. Да, Ксюшкин паспорт получает. Вот, госпошлину оплатили, сейчас сделаем. ТВ Маэстро, подпишитесь на канал, YouTube. Да. Товарищ генерал-майор. Нифига ты, брат. Дважды майор. Тоже спросите у него, кто же ему паспорт принес? Маэстро. Я просрал, а он принес. Кому еще сделать? Тебе сделать паспорт? Ты россиянин? Да? Чё ты так это, скатился нахуй? Шмотки, джинсы у меня есть, кроссовки переобуты. Они тебе налезут? Или ноги опухли? А? Сдохнешь же нахуй, 38 лет, ёбаный в рот. Тебе 41, говорил 38. С 80-го? И я с 80-го. Помогут люди, но помогут. Самому только надо за голову взяться. Да мне под капельницу. Под капельницу. Ну, блядь, таких возможностей нет у меня капельницы. Сам отходи. Я найду, куда тебя пристроить, отлежаться. Сдохнешь, конечно. Если будет так отходить. Я не подпаляюсь. Меня, блядь. Ну, видно это. Колбасит, грязнющий весь, обросший, блядь. У меня машинка есть, как-нибудь это, вечером, может, сегодня приеду, хоть обстригу тебя. Да. Чё творите, ебать копать? Вот этого чувака, ребят, мы очень часто, дай познакомлюсь с ним. Братское сердце, можно с тобой познакомиться? А? Братули, это ебануться можно, да? Что на нем навешано? Достал. Принц Непала, да. Все в сборе, все собрались. Что вы скажете в свое оправдание? Сколько вчера водки выжил, признавайся. В больнице вчера был. В больнице был? Сколько спирта выпил у медсестры? А?
Ни одна не забрала тебя домой? Не? Все, ребята, теперь Бристоль останется без выручки. Слышь, Ксюх, что говорю? А? Бристоль теперь без выручки останется. Все бухать бросили, ёпты. Вот, ребятки, все в сборе. Ксюх, иди, бери билетик. А я его беру билетик. Пойдем. Сделай я быстро, чтобы мы потом в танки поехали. Ну, по делам, надо раньше свалить. Куда ехать? Пошли, пошли. Ей только расписаться за паспорт, ну, да. И все. Потому что по-любому дольше что будет. Дольше всех черный. Все. Бери. А, ты уже взял билетик, да? Я уже все понял. Мне только автомат. Так, штраф. Ксюха и ты возьмите вот здесь, в 50-й кабинет. Вот, 50-й кабинет, запомнишь. Пошли. Так, у нас штраф, да? Сколько? 100 рублей? 80. Я не вижу. А, округ, северный район, ставил штраф. Без УИН. Так, что тут? Адрес плюс Батурский, 18. У меня адрес еще нет. Так. Телефон, прочие платежи. Так, сейчас. Так, Валерий Павлович, оплатили 100 рублей штрафчик. Все, сейчас. Билетик взяла? Талонов нету, потому что там не работает он. А что, так заходить, да? Понял. Здравствуйте. Это которому 45 исполнилось. Вот это? Да. Такой же потерял, говорит. Да. Ну, я до 11 марта приходили. 11 марта, день рождения у него. Хорошо, я чих. 8-й, 9-й пункт, прошу вас вызвать паспорт, дорогу ставить. Основание выписки утрата. Я прошу прощения, а вы каким образом? Я представитель. Очень блогер, хорошо, у меня ответные данные. Да, значит, я понял. Делаем документ, пишите серию, номер паспорта, дата выдачи паспорта. И документы паспорта, кем вызван, не пишите. Так, Валерий Павлович, паспорту, цифры мы не будем снимать. Вот он, красавец. Так, ребятки, Санек-то, все сделал вот так. Ёптель-муптель. Самое смешное. Сегодня какой день? 1 апреля. А 1 апреля какой день? Никому не верю. День ржачки. Сегодня будем ржать. Да. Столько времени, столько времени. Все, Валерка, слава богу, да, получили. Вот теперь я буду петь песню одну и ту же. Раскинулось море широко. Потому что, думаю, скоро уже поедем. Все. Будем отдыхать. Чем? Мамки? А, или что-то? Другую симку? Сейчас Ксюшка получает паспорт у нас. Ну, может, доволен? Может, дожидаться? Нет. Слушай, тебе надо 100 рублей, да, на дорогу? Да, тебя ждет... На тебе 200 рублей. Сигареты и дорога. Серега? Серега идет? Да, в Икшу поедет же. А, ну да, паспорт там был. Да. Все, давай. Спасибо, Саня. Да, увидимся. Спасибо. Давай, удачи. Все, один есть. Гражданин Российской Федерации. Костян заполняет документы. Ждем Ксению Николаевну. Да. Штраф за нее. Штрафчик сейчас сделаем. Будь здесь. Штрафчик, ребятки. 100 рублей.
быть. Ксения Николаевна. Все, с паспортом. Какая цифра последняя? А я что-нибудь увижу? 9. 9. А я мечтала 6. 9 пузырей. А я не пью, мне пофиг. А я зато запью. А ты запьешь? Да, теперь паспорта у всех есть. В милицию все вместе поедем, если что. За пьянку? Да. Будьте добры, оденьте маски, пожалуйста. Спасибо. Я пошла на улицу. Да. Да, ну вы можете что, можете чесать. А, ну все, полетели. Да, да. Все, в ЗАГС когда? Ну, ЗАГС закрыт пока. ЗАГС пусть на госпошлину там тоже платить надо. А, ну да, пусть собирает. А вот здесь ничего не надо себе писать? Где? Нет, сзади ничего не надо. Ну, ждем, ждем. Так, слава богу. Я ей сказал, что сегодня может быть на Фоксе. А она что, на работе, да? Она поехала сейчас на вокзале, билеты покупаю. Короче, 15-е, что ли, она приехала? Что? Ну, ей на Саратов надо ехать. Сейчас он пробьет. Казалось, если бы ты изначально позаботилась бы об этом, ты бы просто... Как вежливо с мамой разговаривать. А? Просто или сфотографировала бы и все, чтобы оно у тебя было. Алло, короче, метро я тебя не слышу. А там глубокое, знаешь, какое метро будет? А, она в метро? В Питере. А, она в Питере? Ну что, пришлёт сейчас, да? Да, домой поехал. Ну все, ждем. Мама должна прислать ксерокопию паспорта, чтобы нам старого, чтобы нам вписать номера в документы. Сейчас временное удостоверение выпишем. Все, Ксюшка убежала с волком. Валерка поехал в Икшу к маме. Оттуда тоже обещал видосики прислать. Так, заполнили документы. Сейчас ему сделают временное удостоверение, чтобы он чувствовал себя нормально. Ну и через месяц получать. Все, Костяшкин у нас со временным удостоверением ровно пополам его так это складываю, уголок к уголку. Все. Билеты, паштеты, омлеты, все можно покупать. Да, надо найти банк, конечно, значит. В банк, ну, ну да, сейчас зайдешь, спросишь. Вот такие вот дела. Идем. Идем дальше. Вот, ребята, вы спрашивали, зачем паспорт бомжу? Вот он хотя бы может зайти в банк и что-то сделать. Вам ее перевыпустят, но забрать вы ее сможете по паспорту. Одно единственное, у вас есть возможность ее активировать в телефоне. Телефон. Онлайн-банк. Да. В телефоне и можно прикладывать в банкомат, вот это, а? Так, ну, не сделали карточку Костику. Ничего страшного, сделает ему там девушка его. Вот. А сейчас мы идем.
покупать бомжику подарок. Завтра у бомжика днюха. Чего-нибудь сейчас. Не в деньгах дело, не в подарке дело, а во внимание. Завтра я к нему в 6 утра залезу под платформу. Разгоним всех шестимостовых и подарим ему подарок. Ну, вот он шестимостовый. Ну, он просыпается в другом углу. Но, они его таскают. Валера МФЦ звонит. Что-то ты там неправильно написал, что ли? Чувачок зарабатывает лобосики. Лобосики. Но бомжи дают музыкантам деньги. Музыку мы вот, решили зайти перекусить, взять что-нибудь. Костян, ты когда-нибудь покупал здесь пирожки? Не так давали. Теперь не дадут. Мне так давало. Теперь не дам. Привет! С наступающим! Санечка, с наступающим днем рождения тебе! А ты что? Что, как ты? Ну, куда идешь? Голубей кормил. За 4 пора? Не, я сейчас по мультикам еще погуляю. Она тебя ждет, но... По мультикам? Нет, денег еще нет. Ты завтра с утра у себя там? Под платформой? Там сейчас? Да. Я буду там приходить. Я завтра приду к тебе утром. В гости. Жди. С подарками приду. Понял. Понял или нет? Понял. Все. Сейчас, если это по секрету тебе скажу, сейчас иду покупать подарок тебе. А завтра приду часов 7 утра. Спасибо. 44 тебе, да? Да, 44. Ага. Дурачку. Дурачку, ага. Да все мы долбоебы. Да потихоньку вон ходили черному паспорт делать. Ну, получилось? Да, сдали документ. 4 мая получать. Нормально. У тебя-то есть документ? Нет. Слава Богу. Вчера с 9:30 15 дел до 4 вечера. Я вечером буду, там еще А меня поймали на реке, на этом, как его, блядь, на 6-м, не 6-м. Я через дорогу стал переходить, и они меня цап-царап. Негодяи, да? Да. Че это? Продержали нас. Да менты вчера вместе с Женей взяли. Да, продержали за 4-го. На 3-й отдел? 9-го, блядь. В 3-й отдел? Утра. Не, пятнашка. Да, пятнашка, да. Это близко. Это вам повезло. Я там каждый день прохожу, мультики смотрю. А они им еще и мало. Погоны там не находил ни разу? Нет. А мента пьяного там не было? Я у них значок там один нашел. А это широкая линия, это кто такой? Что тебе, нормально? Сержант. Или ты спокойно? Я же пиво столько выпил. Пиво? 0,5. Ну что, тебе дать соточку? Да, да. Ебать. А то мне говоришь, что ты взятки набрал. Да. Взяточник, крохобор. Я временно сделал паспорт. Я знаю, если не пишу. Да, сам-то вообще молодец.
Сейчас Ксюша получила, Губа. Ксюха получила паспорт, Губа паспорт получил. Космосов паспорт у меня лежит. Короче, сейчас все будут евробомбы. Ну, все. Покупаем гаврюхи, костюмы. Да. Берем тачку. Туфли, да, лодочкой, бля. И в гагры, бля. Можно хоть куда? Да, ебанем куда-нибудь. Еще твоих шести мостовых выведем. И все. Нет, вчера в бане был? Побрился весь? Че пиздишь нам? Весь побросил, весь полностью. Нахуй не нужны, на кроссовке никогда не было шестимостовок. Этот, сука, лысый занес сюда, блядь, с этих, нахуй, с Тимирязевской, нахуй, понял? Хуеплёт, блядь. А он не на Тимке, интересно, сейчас тусуется? Нет, лысый, я его уже домой ехал, блядь. Лысый-то Коля этот, ходил-то с Кубой. Лысый Коля наш? Да. Это я знаю, у меня номер и телефон его есть, я пообщаюсь с ним. Ну давай, Санек, газуй. Да, пойдем. Ой, там она тебя ждет. Мальчик, да, там не видел, а она ждет. Савеловский вокзал. Ну, как наш всегда. Любимый, дорогой. А, любимый, родной. Вот, ребята, страсть Санька-бомжика. Музыка. Сейчас вот 500 рублей стоит колонка такая. Сейчас мы ему купим колоночку. Ну и так по мелочам что-нибудь. Станки, носки. 1000 рублей у меня есть. Подарим ему завтра подарок. Вот вы и все увидели, господа. Как что происходит. Кто есть кто. И кто чем дышит. А я домой, монтирую ролик для вас. Смотрим, господа. У меня приподнятое сегодня настроение. Все отлично. Всегда ваш ТВ-маэстро.